работать нет. На озеро. Да. Я думаю, воду они будут подогревать. Угу. Потому что вода в горах, она не теплая, значит. Да, и там в озере вода будет теплая, это что-нибудь невероятное. О, мы сделаем сейчас вам фотографию. Такой Rolls-Royce. Можно? За рулем вы сос... Нет. Там он должна сидеть сзади. Yes. Спасибо. За ребенком к фонтанчику. Входите сауны и бассейн, так выглядит. Полностью так. По кругу пошло сауны. Сауны, насколько я знаю, на втором этаже, там, да? Другом полосе. Знаете, сауны, питобар. Хорошо. Вот эта плиточка внутри хочу вставить. Ну да, не скользящая. Это здесь уже здесь. Нет, пока не решили, чтобы перелить еще. Через кусту. Балкончик. Стандартный номер его стоимость 3300. Это сейчас высокий сезон. Стоимость номера включена полностью трехразовое питание. Угу. По системе шведской линии. Включено трехразовое? Конечно, да. Также есть дополнительно еще ресторан диетического питания. Угу. И по желанию вы питаетесь в любом или в этом ресторане. А лечение что-нибудь входит? Лечение – это 3 консультации врача. Ага. Все остальные процедуры за отдельную плату. Угу. Полностью пользование бивайта, конечно, включено. Есть электромобиль, который доводит к третьему источнику и к 18-му. Это если вы хотите прям с источника набирать воду и пить. А мини-бар? Вот эти электромобили, что вы видели, будет? Это дополнительная плата. Это дополнительная плата? Да, да, мини-бар за дополнительная. Ну, ладно,
вот пугали делаете? Я и то, и другое делаю. Я сейчас настой сделаю. Аля! В кино попадаем? В кино? Давай снимаем простого на камеру. Это песчаник, между прочим, Толик, это не плитка, это камень. Спортивна школа по футболу. Прямо в моем дворе. И вот так и так мы бегали весь день, футбол гоняли. А тут еще записался в эту спортивную школу. Здесь хороший марс сходится. Вот это центр. Thank you.
пан Лесь український чи ні? Говорит, что вы девушек снимаете. А? Говорит, что вы девушек снимаете. Отсюда хороший вид. Вот это 4 звезды, место расположения его лучше, чем первое. Конечно, лучше, оно ты над городом, ты пошел сюда. А знаешь, что мне ковры готовить сделать? Едут в Москве, отдыхают, потом раз, 5 дней забронировать. Но он на холме и так, знаешь? Да. Да, его место расположения лучше. Нашел землянику? Угу. Это жаль, если узнала. Вот здесь земляника